свой день рождения прямо в канун Нового года. Именно это собирается сделать один из самых больших развлекательных центров нашего города. Мы поздравили именинников с наступающими событиями и разведали, что ждет посетителей в праздничный день. 30 декабря батутный парк «Атмосфера» планирует отметить свой первый день рождения. Поэтому мы приглашаем всех жителей города Сюмени и гостей отметить этот праздник вместе с нами. Мы подготовили уникальную, интересную шоу-программу. У нас будут выступать танцевальные коллективы. Будет представлено шоу «Мыльных пузырей», бумажное шоу и самое главное, самое ожидаемое событие – это шоу роботов. Грандиозная программа рассчитана на гостей любого возраста. Будет интересно и взрослым, и маленьким посетителям. В этот день можно выиграть кучу призов. Никто не уйдет с пустыми руками, уверяют организаторы. Мы разыграем много призов от наших партнеров. И самый главный приз – это игровая приставка Sony PlayStation 4 Pro. Будет разыграно множество билетов на развлечения в нашем городе. Принять участие в розыгрыше очень просто. Приобретайте билет на посещение на сумму от 1000 рублей до 30 декабря включительно. Получайте лотерейный билет у администратора и приходите на день рождения всей семьей. Атмосфера у нас, как видите, располагается к семье. Семейному отдыху, к отдыху молодых людей, детей, то есть для всех возрастных категорий, всем мы будем рады. На нашей площадке порядка 150 батутов, причем у нас присутствует профессиональная зона, это синие, красные, белые батуты. К тому же у нас сейчас есть новинка, это сетки Air Max. На батутах всегда дежурят инструкторы. Они помогают посетителям осилить новые элементы в прыжках и следят за порядком. Хотите больше адреналина? Отправляйтесь в путешествие по веревочному парку. Выбирайте любой из четырех маршрутов – детский, для подростков, семейный или экстремальный. И вперед, навстречу приключениям. Также у нас присутствует троллей и фанболы. Это имитация скалодрома. Ребятишкам очень нравится, 6 стеночек для любого возраста. Всем будет интересно. У нас существует на данный момент 4 комнаты для проведения детских дней рождений. Они оформлены, это очень интересные рисунки, стилизованные под те или иные мультфильмы. Ребенок может прийти и выбрать, либо родители его выбирают комнату для того, чтобы накрыть сладкий стол и провести не только активные мероприятия, но и посидеть с друзьями, с гостями, с родственниками и попить чай. Весело проводить время, отдыхать и получать массу положительных эмоций здесь можно ежедневно. А вот день рождения, к сожалению, всего лишь раз в году. И именно в этот день гостей ждет невероятное количество сюрпризов, так что не пропустите улетное шоу 30 декабря.